Всем привет! Закончили вот такую необычную серьгу для пупка, то есть для пирсинга. Это у нас великолепная чистая фиолетовая шпинель, черный бриллиант и белое золото. И тут внизу подвешен крестик, который, естественно, никакого отношения не имеет никакой политики. Это древний языческий символ солнца. Он прослеживается еще с неолита, можете почитать в справочнике. А в данном случае это байкерский символ. У байкеров он используется везде повсеместно. Вот получился такой симпатичный сувенир-подарок девушке. Можно сделать в любом цветовом сочетании с любыми символами. Пишите в WhatsApp.